Короче, факт. В среднем за всю жизнь человек съедает около 70 различных насекомых во время сна. Так что спокойной ночи и приятного аппетита. Волк может услышать звук на открытой территории до 16 километров, так что не советую петь их вельнихт в лесу. Во время Второй мировой войны группу дельфинов надрессировали искать бомбы под водой, но когда их выпустили, они просто уплыли, в очередной раз доказав, что умнее человек. За всю историю в Антарктиде родилось всего 11 человек, и 22 человека грелись как могли. Картофель может отражать сигнал беспроводного интернета, белорусские нанотехнологии. Более 50% американцев считают, что у каждой русской семьи есть свой ручной медведь, только не показывайте эту информацию своему медведю. Астронавтам не разрешают есть бобовые перед полетом, так как плохой воздух может испортить скафандр. Пердануть на миллион. Мисофония – это злость на людей, которые издают звуки, пока едят или дышат, так что мы все немножечко психи. Белых акул больше всего привлекает желтый или оранжевый цвет, так что не вздумай одеваться как телепузик, когда соберешься на отдых. В средние века черный перец считался дорогим предметом роскоши, который использовался для оплаты аренды и налогов. Деньги не пахнут, тогда не говорили. А если хочешь прокачать свои знания еще больше, заходи на мой канал.